Теперь я директор школы. Меня зовут Миньон Семенович. 1 сентября отменяется. 1-классники никогда не пойдут в школу. Я вас заколдую, и вы навсегда останетесь дошкольниками, несмышленышами. Никто вас не спасет, никто вам не поможет. Вас мог спасти только Супермен, но он сидит в темнице и никогда не попадет к вам на праздник. Ошибаешься, Виньон Семенович. У меня много друзей. Добро всегда побеждает зло. Этого не может быть! Ты не мог вырваться из темницы! Ну что ж, Миньон Семенович, наши силы не равны. Вам придется сдаться. Сдаться? Нет уж, я просто так не уйду. Пусть ребята сначала поиграют со мной, проигравшие уходят. Не бойтесь, дети, мы обязательно победим. Ребята, я буду задавать вам вопросы, а вы внимательно слушайте и отвечайте. Шагает сумкой книг утром в школу и сегодня встретит вас светлый и просторный. В коридоре то под ног, то зовет всех в класс. Если все ты будешь знать, то в дневник поставят. Если будешь знать едва, то получишь только. Ну что, убедился, что наши первоклассники умные и талантливые? Ладно, так и быть. Thank you.
всю машину.